Да, сегодня будем домик убирать, сегодня будете наводить порядок. Все, смотри, он уже развалился весь, все. Вот это тут классный, да, арбузик? Ты снеговичка лепишь? Калина, носочки, носочки, носочки. Кожа до кости. Это мой муху любит, Миля. Да, откроем секрет, что мы снимаем для вас один сериальчик. Комедийный, так можно сказать. Комедия. Да, комедийный сериал. Поэтому нам нужно немножечко время. Надеемся, вы нас понимаете и будете ждать. Привет. Чего у тебя слезка бежит? Всегда, когда... Холодная. Всегда, когда холодно. Всем привет, ребята. Всем привет. Пришли со школы девчонки. Чего, опоздали сегодня? Да, и чуть-чуть. Да? Я нет. Мама сегодня опять проспала. Мам, мы-то поменяли. Ну, стола у нас есть 6 столов, потом 4. А что мокрый у тебя? 1, 2, 2, потом 2, 2 и так. Сколько человек сидят? Да, 6. Я сижу. У меня English будет. Когда? Ну, там, когда у нас была пауза, там еще было очень-очень много снега. А когда мы снежки играли? То все растаяло. Ну, он тает. Снег не остается. И там и этот снег какой-то не на. Потому что у нас снег, потому что там просто снежилочки. Да, у нас сейчас еще плюсовая температура, поэтому снег идет, он сразу тает. Во сколько родительское собрание? Вечером? Сегодня папа в школу пойдет. Разговаривать с учителем. Ой, что-то у тебя кофта постирать надо. Дай мне ее прямо сейчас, я буду стирать. Смотри, видишь, рукава грязные. И здесь тоже грязные. Под прошлым видео в комментариях писали ребята, спрашивали, в какой программе рисовала Ксения слаймы. Вот она программа. Она называется Procreate. Но, к сожалению, она только в App Store. Ее нет в Play Market. Но, ребятки, есть вот такая вот еще программа. Приложение. Sketches называется. Здесь тоже можно рисовать. Вот, и здесь тоже можно рисовать. Здесь есть разные кисти. Вот так вот. И рисовать. Она, конечно, попроще, чем другая программа. В Procreate там очень много разных возможностей. Ну и здесь можно тоже рисовать. Какие слаймы они нарисовали? Мой любимый это вот этот. Угу. Еще какие? Это Маргарита, да, рисовала где? Вот это кто рисовал? Я. Ты рисовала? С паучками. Вот это тут классный, да, арбузик? Маргарита рисовала. Маргарита рисовала. Со звездочками кто рисовал? Маргарита. Маргарита со звездочками рисовала. Также спрашивали про ТикТок. Как же зовут девочек в ТикТок? В общем, если вы не найдете, потому что, не знаю, по какой причине, многие не могут найти, я оставлю ссылочки в описании. Поэтому под видео нажмите на стрелочку, там в описании будут все ссылочки. И страничка Маргариты, и страничка Ксюши. Видите, у нас снежочек какой. Снежок. Мир, да, сегодня будем домик убирать, сегодня будете наводить порядок у себя в комнате. Там такой ужас творится. Вы видели вообще, что там? У тебя вообще на кровати видела, что творится? Нет. Нет? Вот, посмотришь сегодня. Даже не заходи. Ты, ну вот, ты даже туда не смотришь. Маргарита, полотенце взяла? Нет, не взяла. Бегом. У Маргариты сегодня плавание. Давай, давай быстрее. Время еще есть. Успеешь. Смотри, он уже развалился весь. Все. Все уже. Уже все упало. В общем, сегодня придешь со школы, будем убирать. Увидела? Куда полезла? Он у тебя еще в коробке, что ли? Да. Смотри, что на кровати творится. Ужас. Давай сюда. Полотенце. Еще что возьмешь? Беру. Возьми все. Все девочки. Можно, можно, можно? Не надо. Зачем все брать? Это? Это для душа? Да. Это лимонный. Нет, это нет. Почему?
Я буду на Она будет играть на улице. Снегом. А мы сейчас покушаем. Макс, если покушаешь, пойдешь на улицу. Давай. Тогда ты ничего не съел. Нет, ты ничего не съел. Ты не будешь... А чипсы? Никаких чипсов. А чипсы он будет кушать? Нет. Там, чипсы. И все. Думаю, все? Перчатки? Все, хорошо поплавать. Пока. Пока. До вечера. Я не люблю English. English. Надо English. А, тебе нужно посложнее? Ты в кого кидаешь? Что-то тебе это... Костюмчик-то маловат уже, оказывается. А, Каролина? Костюмчик тебе маленький, ты эту зиму доносишь, и все уже. Ты снеговичка лепишь? А снег-то Мам, хоть... Я снеговичка. Снег-то хоть... Да, очень липкий снег. Очень липкий. Мокрый. Поэтому и тает быстро. Давай, лепи снеговичка. В кого ты целишься? Да. Меня, что ли? Опа! Нет, меня не надо кидать. Меня не надо кидать. Меня не надо кидать. Ой, смотри, какой здесь никто еще не ходил. Смотри. Смотри, здесь никто еще. Ой, смотри, какие следы. А у тебя какой след? Ну-ка. У кого красивее? Ну-ка. Смотри, у меня звездочка. У Макси Мишка, смотри. Я это. А у Каролины звездочки тоже. Смотри, какой след. Я пойду. Ау! Так, ну что, готовы? Мы сегодня идем на танцы, на балет. Да. Готова? Я. Кто спрашивал, ходит ли Каролина? Да. Но были каникулы. Сегодня она идет уже второй раз. А до этого были каникулы, поэтому мы ходили. Нет, Макс просто со мной будет ждать тебя, да? Пойдем, мы взяли с собой платьюшко. Платьюшко взяла? Да. Молодец, давай обуваться. Ты нет, ты просто, да. Где твой рюкзачок? Бери свой рюкзачок. Надо бутылочку с водичкой взять. Идем обуваться. Мамика, то Макс и Каролина сами с кирпичом и лавой. На, сапожки обувай. Так, Макс, а где твои ботиночки? Там, за дверью? Так, я сейчас хочу оставить робота, потому что девочки в школе. Это там? Да. Вот это там, осторожно. Да, мне нужно включить, сейчас я включу. Так, вот робот, чтобы у нас подсоединился. Все? Теперь, когда девочки придут, у меня будет работать. Все. Все работает. Так, все, пошли. Все, танцевать? Все, пойдемте. Карина, носочки. Носочки, носочки. Едем домой. Маргарита дома. Ты телевизор смотришь? Не знаешь, что посмотреть? Супер. Мы потанцевали уже? Танцевалась? Балерина. Сейчас мы заедем на почту и потом домой приедем, хорошо? Давай. Потом еще позвоню. Пока. Все нормально. Все, ребятки, разобрали мы домик. Жалко, конечно. Но такой бардак не может продолжаться. Каролина, отойди от ковра. Стул, смотрите, на что похож. Ну, Ксюшка немножко уже прибрала свою кровать.
Теперь осталось Маргарите прибрать. Да? Немножко поиграли с домиком. Сколько он стоял? Неделю? Да. Где-то неделю стоял он. Вечно он стоять, конечно, не может. Каролина, это твое платье, между прочим. На. Убирай. Вечно стоять он не может. Да, тут невозможно было ни пройти, ничего не сделать. Тем более школа началась. Давайте уберем. И нужно пропылесосить ковер. Непонятно в чем, в блестках. Здесь тоже все надо убрать. Это чья, Маргаритина? Сумка. Да? Все надо выбросить, убрать. Давайте будем генеральную уборочку делать. Нет. Да. Я уже делала. Ты только сделала у себя на кровати. Ты не спрячешься от меня. Ты не спрячешься от меня. Привет. Да что такое? Все, спатеньки, давайте. Макси, Каролина, все, давай спать. Нет, коти. Да, коти, не коти, давайте спать, все. Наигрались? Уже поздно. Маркуш, давай, снимай свой. Снимай свой этот корсет. Забыла. Что у тебя? Кто тебя ранил? Кошка. Все, давайте. Чего? Да, я посмотрю. Там, где белые. Где белый фонарик? Да. Он фиолетовый. Угу. Вообще все, что там. И посмотри, вот сюда. И как все розовое. Ребят, посмотрите все. Вот, ребята тоже видят. Все розовое. Лампочку. Угу. Фиолетовая лампочка. Ладно, все, давайте. Так что, ребятки, вы нас не теряйте. Скоро будут выходить видео. Мы готовим для вас что-то очень-очень интересное. У девочек началась школа. Поэтому не успеваем. Да, поэтому пока недельку без нас. Часто. Да, откроем секрет, что мы снимаем для вас один сериальчик. Комедийный, так можно сказать. Да, комедийный сериал. Поэтому нам нужно немножечко время. Надеемся, вы нас понимаете и будете ждать. Когда выйдет этот сериал, мы обязательно вас оповестим. Скоро, скоро, скоро. Я так думаю, что с новой недели, с начала новой недели уже будут выходить видео. Все, спокойной ночи. Когда поднимаешь, тоже болит, да? У меня тоже такое было. Я неправильно спала. Значит, нужно массаж делать. И с массажем оно быстрее пройдет. Сурик. Аки. Аки. Сурик. Донде? Аки. Эль мускуло. Pero si tú no tenías músculo, ese es un hueso pegado a la piel. Uy, Ксюша, там кожа до кости. Este no es músculo, es, mira. Aquí hay un poco de hueso. Там у тебя ничего нет, это кожа до кости. Дай мне крема. Сейчас массажик перед тебя. Может быть, на... Как и себе спала. Нет, ну может быть в школе, на спорте или еще что-то. Нет. Нет? Да. Да? Что у тебя было? И такие большие палки, там большой металл. Ну вот. Ну, мне не болело. Так оно не сразу же болит? Ну, другая рука не болит. Ну, значит, ты больше эту напрягла, чем другую. Да. Ну все, вот и все тебе. Ну, Каролина у нас 11. Куда ты пошла? Посмотри, поломали всю кровать, смотрите. Все. Уже последняя ступенька.
Уже последняя ступенька, все, умерла. Мы можем вот сюда одну повесить. Да, конечно. Будешь по батарее залазить. Больно так, что ли? Да. Ау. Бедный. Или стакан с водой подняла и надорвала руку.